Волосы дыбом встали, конечно, мы волнуемся. От злости вот руки дрожат, голос тоже. Да сколько можно вот такое безобразие терпеть? Депутаты, блин. Я хотел вот видеть этих шафранов всяких. Захарова, кто? Ермаков? Вот в их нечестные глаза хотел бы смотреть. Пусть они смотрят. Сколько у нас народу работает? Вот молодые ребята, вот красивые. Вот мастера у нас. Семагин с женой работает. Лопухин с женой работает. Малышенко здесь. У нас Ковкунова, трое, бабушка, сын, сноха. Вот кто еще? Вот. Очень много. Вот Самсонова, молодые ребята стоят там. Плужниковы все тут. Вот семьями работают. Да? Вот они будут вам всем сниться, уважаемые депутаты. Вот они будут сниться вам по ночам. Хорошо, если я приснюсь, то еще не близко, тогда я не знаю. Ну, что им будет? Но, так что пусть имеют совесть. Да ну как, вот указ президента, вот старается, премьер, президент, там, типа того, что безработица, давайте новые рабочие места. А тут на тебе, депутаты, нам запрещают работать, право человека на работу. Ну где-то видно-то. Мы боялись американской экономики, что кризис, мы без работы останемся. Ага. Один кризис пережили. Слава Богу, вот, основной коллектив работал, зарплату получали, мы работаем до сих пор. Кризис не боимся, боимся своих депутатов, кого выбрали. Это какие-то слуги народа, я не понимаю, или они себя возомнили. Они себя возомнили, да. Господ каких-то, не могу понять. Но на ком основании? Если землю, да, вот как я понимаю, может я не грамотно. Мы попросили, нам не возражать. Мы попросили, нам не возражать. Они также имеют право не возражать вот аксёненько. Пишут, мы Аксёнке не возражаем, Тавамиру не возражаем, пусть комитет там в Новосибирске решает путем аукциона, кому можно, кому нельзя. Но это вообще ужас какой-то, беспредел. Но, и я понимаю, они новые демократы, они пошли путем ранних большевиков. Вот все старое разрушим, построим новое. Давай разрушать. Они не должны забывать, что еще тезис был. У пролетариата кроме цепей ничего нету. Вот эту толпу заводить не стоит. Не надо шутить вот с людьми. На вид мы, да, спокойненькие, пушистые, интеллигентные. Но если доведут до греха, что доводить-то, товарищи? Надо будет палаточный городок сделаем. Надо будет этого шафрана, кто он, блин, конопляне. Фамилия интересная, да? Но с ним поговорить надо. Поговорим, культурно поговорим. Но а то, что взять вот этих людей, тут девчата у нас, кому-то год осталось, кому 2 года, а кто только начинается, молодые мастера все. У нас Валерий Васильевич, вот у него орден, медаль есть. Ну, а что? Ну, куда их? Пусть объясняет, вот куда народ, куда девать?